Автор YouTube-канала Эль Аналиста Де Бист наглядно показал разницу между 30, 60 и 120 FPS в популярных играх. В ролике продемонстрирован геймплей Spider-Man, God of War, Doom Eternal, GTA 5, Fortnite, Halo Infinity, Dying Light 2 часть, Sifu и Forza Horizon 5 часть в разных фреймрейтах в режиме реального времени. В комментариях поблагодарили автора видео за такое подробное сравнение. Кто-то отметил, что разница сильно заметна, и то, что даже на консолях нового поколения многие игры работают в 30 FPS в режиме качества, вызывает разочарование. Thank you.
Oh.